В Астане состоялось подписание межархивного сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном. Соглашение открывает ученым и исследователям возможность изучения документов из архивов обеих стран. Эта инициатива не только обогатит наше понимание истории, но также поспособствует укреплению дружественных связей между двумя странами. Подробнее в сюжете. Мы обязаны провести исследование архивов общей истории, чтобы передать истину о прошлом нашим потомкам. Поэтому предлагаем поручить нашим компетентным органам совместное изучение истории. Исторические документы и данные должны быть тщательно изучены. В Казахстане началась реализация поручения главы государства, которое он дал на 10-м саммите Организации тюркских государств. В рамках научно-практической конференции «Архив-2025» результаты и проблемы представители нашей страны и Узбекистана подписали документ о межархивном сотрудничестве. В архивах Узбекистана хранятся документы, крайние даты, которые начинаются с 9 века, и они освещают историю как Узбекистана,